команды даже ЦТПОЯ не могут найти. Я уже назвал, они знают. Идет команда Торпеда. Ну, кстати, ничего прям такого-то сверхъестественного, это в принципе-то и не похоже. Мы выполнили челлендж, пропустили меньше 11, лучший результат первого круга. Ну, там, когда мы играли у них... Осев! Да, гол! Осев немного помешал, да? Сергей комбинация, но все-таки гол был заснят, все четко, да. Ну ничего, если мы еще тебя вырежем, там подмонтируем, подрисуем. Подрисуем мячик. Да. От руки. Играйте спокойно, смотрите, катайте. Тернер Реал Мадрид выходит вперед. Все, это случилось. И все. Андрюха, давай потащи, Андрюх. Встречай, парни, встречай. Удар блокирует Александр. И вот подкат по снегу выполняет игрок команды Мальотки. Таким образом, 34 результативных действия. Точку Михаил ставит за собой, Артем будет третьим бомбардиром турнира. О! Хороший плотный удар. И Реал Мадрид увеличит преимущество. Счет становится 0-2. Кто забил? Забил Денис. Как это? Денис забил. А фамилия? Бля. Как? Накопал. Догонишь. Чисто действует Алексей. Шабра нет. И гол забивает Максим Юрлов. Счет делает 0-3. Здорово, Сань! Хороший удар, голкипер справляется, но вот повтор уже вырушить не мог. Саня, здорово! Михаил Захаров оформляет дубль. И счет уже становится 0-4. Зон с белого снова превращается в зеленый. Михаил, хороший пас и в пустые ворота не попадает. Михаил Захаров. Хороший навес, Максим бьет головой. Голкипер только с третьего раза. Что там не получилось. Все, домой. Как свидали сегодня? Как свидали сегодня? Болтом. Пас в центр. Направо. Мощнейший удар, Данил справляется. Еще удар, тут уже был бессилен Данил. И Бадулин. Ребят, мяч за Мальотку, еще становится 1-4. Навес на удар, полетел в другую сторону. Под атака. И гол забивает. Нет, гола не было. Это был гол Фантом. Такой гол, что потеряли, что ли? Четыре. Идет Реал Мадрид. Да, не удар, и вот здесь точно был гол. Голкипер вроде раз отбит, но мяч рикошетил, и он бросил в ворот. Михаил Захаров оформляет хэт-трик. Номер 10. И счет 1-5. Удар в дальний угол. Чуть не точно. Край! Там все пас, комбинация, и уже в пустые ворота мяч заводит Максим Юрлов. Следующий Александр Баранова.
Все, становится у нас. 1-6. Вот. Под него! Занимай, я не могу делать! Да, блядь, Андрюха, красивый удар пяткой. Реал Мадрид. Пока что он там берет реваж за поражение в первом круге. Да. Резко круг проиграл. Дома. Со счетом. Долгий. Хороший удар. Очередной гол забивает Максим Юров. Делает счет 1-7. Хороший удар. И дубль оформляет Данил Гивадуллин. Сильно оформил дубль. Я оформил. Комбинация ударов, очередной мяч Мальотки. Сейчас у нас 3-7. Еще серия финтов. Но нанести удар не получилось. Михаил 1-1 и оформляет покер Михаил Захаров. Типа даже перчатку слупинает. Павел простреливает. Пятка пытался Сергей Иванов пробить. И тут не удалось нанести удар. Уход на замену. Хороший удар в касание, с убойной позиции не попадает. Отдающий Мальотке. Павел в центр и с убойной дистанции не удастся направить мяч в ворота. Удар и гол забивает Сергей Уланов. Его счет 4-8. Выход 1-1. У Максима голкипера удар в пустые ворота. Гол забивает 13 номер. 4-9. Или градки обошел второй. Обошел, да? А я смотрю, там потемнело. В саду такая тишина такая, да. Ага. Мы собрались домой ехать. Данила Павла, комбинация. Сергей Иванов забивает очередной мяч. Андрей. И делает счет. 5-9. Мяч подожжем в Реала. Александр, серия финтов. Алексей Варин хотел вот фонарь попасть. Вперед. Максим комбинирует в стенку. И с убойной позиции не попадает в ворот. Алексей Варин. Просто не идет ему мяч. Потеря. Александр пытался вывести Максима. 1-1 не получилось. А тут и тут мажет. С 2 метров Максим Юдлов. Автор женских мячей матча. На этом встреча завершается. Победа Реал Мадрида. 5-9. Лапа Ежа Мальорка. На этом
мы заканчиваем трансляцию. Всем спасибо за внимание. До свидания. Удачи.